Пане Дмитре, а все ж таки от ця галузь, вона існує так паралельно до політичного мейнстріму? Це от ну, якесь середовище, куди тікають від цієї цієї злоби дня? Чи його вже політика так само рекрутувала? Ну, звісно, рекрутувала. І я вам скажу, що ну, мої два ютуб-канали «В гостях у Гордона» і «Дмитрий Гордон» – це повноцінні телевізійні канали. Потому что по количеству просмотров, ну, они затмевают многие телевизионные каналы. А по насыщенности, ну, намного интереснее, чем смотреть какой-то канал, тем более с большим количеством рекламы и по расписанию. Ты заходишь в любой момент и смотришь. Многие люди до 30 лет, повторяя свой тезис, я это проверял поднятием рук в аудиториях студенческих. 80% людей до 30 лет не включают телевизор совсем. У многих вообще его нет. О чем это говорит? Люди находятся уже там. И выборные технологии, сегодня вот наши олигархи, наиболее продвинутые, которые вкладывают в кандидатов, они уже хорошо понимают, что предвыборные технологии смещаются в сторону интернета. О газетах уже никто не говорит вообще, газет нет. Телевидение, конечно, да, но они все активно смотрят на интернет, потому что именно интернет решил исход выборов. Президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Именно интернет. Никто не мог подумать, что так произойдет с Трампом. Поэтому... Это, можливо, потому что в Америке гречку не використовували. Можливо. А то бы... Если проса еще. Поэтому я думаю, что многие наши политтехнологи, а среди них талантливых почти нет, и многие наши топ-кандидаты столкнулись с огромным дефицитом политтехнологов, исполнителей и так далее. Практически все кандидаты. Вот у нас был, допустим, Левинец спокойный, да, вот это была величина. Это да. А сейчас все помельче, поменьше. И есть политтехнологи замазанные, с которыми никто не решается сотрудничать, потому что только он оприлюднить прозвище своего политтехнолога, кандидат якийсь, все начнут скувати, казати, а, так це ж януковичські кадри. Тому не використовують цих політологів. Поэтому дефицит большой, и сейчас продвинутые олигархи уже все понимают, и с интернетом многие из них работают плотно. Я это вижу, я наблюдаю за этим очень пристально.